Hey, yo, guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. Ну что, продолжим? В прошлой серии мы убили, короче, с вами мужичка, и нам дали с вами вот такую вот штукенцию охерительную. Но она наносит приличный, в принципе, урон. Так, и уровень нужно прокачать. Так. Давайте мы с вами вкачаем. Блин, конечно, бы хпшку хорошо бы вкачать нам. Давайте, наверное, хпшку вкачаю. Нужно дамаксить хпшку, потому что это не дело. Так, ладно, ультану. И посмотрим, что мне нужно сделать. Сука. О, хорошо, я успел отвлекаться. Ага. Так, задание стоит. Где оно? Поговорить с рейдером на арене. Хорошо. На арене смерти. Задание есть, но вы нету. Нет, еще живой. Так. Плевать мне уже на мобов некоторых, я потому что. И я предлагаю вам лучшие машины. Кто знает, что происходит на самом деле? Хранилище может. Тихо. Бля, тихо, тихо. О, все хорошо. Так, а где ты находишься? Так, сюда, хорошо, и там проходец будет. Окей. Так, сюда. Буду выполнять сразу миссии в той локации, которая есть, а потом уже в дальнейшем, может быть, буду дальше проходить другие там места, в локации, все такое. Так, убить сначала этих псин. Окей, все хорошо, да? Все хорошо. Так, брик, брик, брик. Давай, короче, пойдем с авапой. А меня здесь вражина будет встречать? Походу нет. Так, опа, денежка. Здоров. Арена смерти, раунд первый. Ну, давайте поучаствуем. Почему бы и нет? Ты ж не против? Выжить в раунде один. Окей, поехали. Так, я вас понял. Тихо. Где моя суперпушечка? Тихо. Ого-го-го-го. Тихо, 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 малыш. Окей. Альфа-самец, ты чего? Еба, еба. А, блядь, я согласен с тобой. Хватит он жесткий. Ты чего, блядь? Тихо. Альфа-самец, пошел в сраку. Пошел в сраку, мне нужно тебе поджечь. Блять, что с тобой такое? Упануться. Какой ты мощный. А против огня ты нихуя. Пошел в пизду. Броня, спасибо. Ебанулся. Пипец он дикий. Так, подбирайся. Я не думал, что они такие мощные. А почему, где мой урон там с руки, не? Брик, в чем дело? Тяжело 2, да?
Ну, я так подумал, короче. Давайте мы сюда потом вернемся. То, что это не дело. Так, ну сначала. Емкость магазина кажется вам недостаточной. СИС решит вашу проблему. Еще больше пуль. Все модели СИС оснащены увеличенными магазинами. Окей. Так, продать. Пулемет, да, это тоже. Хорошо, этот пулемет оставлю. 38 на 12. Продать. Так, грину поставить. Так, а здесь я вот не понимаю. Емкость медленно регенерирует здоровье. Огромный запас прочности. Так. Короче, окей, потом с этим сделаем. Легенда о Мо Марли. Так, я что взял? Задание, да? Нет, вот это надо. Или попытаться еще пройти дальше. Стоит ли? Бля, ладно. Идемте на выход. Так, кусок снайперки нужно собирать. И в конце нам дается тоже снайперка. Так, пешка стоять. Ага, окей, поехали. Мы идем, короче, в новую локацию, потому что в этой я не справляюсь. Мне нужен опыт. А опыта нету. Эрип Хиллс. Пошли. А, это бесплодные холмы, да? Хиллс, холм. Ну, Арип это как бесплодные. Ладно. Ага, точняк, стопы. Пока дальше не пошел. Бомбочку поменять. 128-19. Этот будет лучше, потому что там еще 30% жизней. 30% это много, скажу так. Опа-на, апгрейды, апгрейды. Поэтому следите за состоянием своего щита. А, окей. Патроны для чего? На что мне нужны патроны? На это, да, по-моему? А, патрон для пистолета, пулемета. Так, хорошо, апгрейд. Апгрейды нужно покупать. Хорошо, поехали. Пистолет. Хотя, сколько они там стоят? 6к, нихера себе. Снайперская винтовка. Пистолет. Револьвер, дробовик. Может, там в дальнейшем поможет мне чем-то. Так, это у нас... Что за оружие, блядь, я не понимаю. Херня, это пулемет, автомат, пистолет-пулемет. Пистолет-пулемет мне надо. У нас вы найдете оружие и снаряжение по самым выгодным ценам. Хорошо. Так, у меня еще есть ультимейт. Так, это... Это та бомба, которую я поставил. Прыгун, ну да.
гори, тварь. Да, как это больно. Только я сейчас такой тупанул. Я забыл таймер включить. И где-то минут 5 мы уже, наверное, играли, поэтому на 30 чем-то я закончу. Видосик это там будет. Так, ладно, попрыгали. Ха! Так, а сюда стоило вообще залазить? Походу нет. Так, а карта? Тут еще внутри локации локация, да? Окей. Окей. Так, что это у нас? Граната? Или не граната. Так, патроны для пулемета. Ладно, буду с ним. Или с пистолетом. Лучше с пистолетом. Так, мусорник. Патроны, я что-то подобрал хорошее. Трейвер H. Походу этот. Еще броник пополняет. Так, внутрь зайти возможно. Стрелки показывают туда. Я хочу сюда. Ага, тут у нас нихера. Спасибо, что даже ничего не оставили. Но здесь была эта псина огромная. Окей. Мне нужно еще одного убить. Я опустюсь. Ну, смотря кого убить, ладно. Сгораешь, сгорает. Сгораешь, сгораешь, все. Новый уровень, хорошо. Так, инвентарь. Урон в ближнем бою. Или хпшка. Так, новая у меня есть теперь. Урон в ближнем бою — это после убийства. Хорошо, это очень хорошая вещь, потому что теперь мне нужно максить будет и в тот скилл. Так, иди сюда, тихо. Все, минус. Короче, сначала одолею. Ну, убью какого-то мелкого врага. Потом буду добивать. Ебать, таранчик. Так, ладно. Патроны ценнее или на этом? Ладно, давайте лучше этот юзать, потому что... Покажите, где кровь. Чё? Так, ладно. Патроны собрать. Перезарядиться. Патронов нету. Тут нихера нету. И мы бомжи, ебать. Как так можно? Идем дальше. Так. Так, здесь уже начинаются убийцы. Хуйницы. Поехали. А. Окей, понял. А, не, попал. Ну, я не ваншотчу, конечно, это вот плохо. Встань, мразь. Чё за херь? Ладно, юзаем пистолет. Ну, этот тогда... А, точность охерительная. Ладно. Да ебануться вы что, серьезно? Ничего.
Вообще не экономно патроны здесь тратить. Так, нужно баг какой-то найти. Ты ебанулся, ты что, попасть не можешь? Вон, пацан уже с дробовиком на меня лезет. Ебанулся. Что за тайминги? Я сейчас психану, начну просто бежать на них. Вот так вот. Где он? Пиздец. Тихо, хп мы оставляем себе. Придется бежать еще обратно, покупка себе этих странных патронов. Наконец-то. Да хера бочек. Так. Ладно. Автомат берем. Мы сейчас здоровяк выбежит. Так, револьер. Мусорки, ничего. Мусорки это... То, что в мусорке нихера, это плохо. Я люблю лазить в мусоре. Здесь и в игре. Конечно же. Так, там ничего. Так, еще одна мусорка. Мусорка, мусор, мусор. До хера щитов. Да, придется мне все-таки бежать обратно. Как я и говорил, обратно бежим. Или тут поблизости есть магазины? Нет, бежим обратно. Зачем я ультанул, спросите? А хуй его знает. Ладно, нужно дробаш все-таки оставлять себе один. Против вот этих псин. Если хотите первым добраться до хранилища, сперва придется. Так, револьер. Ага, автомат, револьер продать. Он мне нахер не сдался. Ага, теперь я могу дробаш юзать. Нормальный. Так, продать. Продать. Экипировать это граната, контракт, граната взрывается при контакте с врагом. Это херовая граната. Херовая граната. Высокая емкость. Увеличить здоровье на 30%. Тихо, патронов закупить. Может повышать точность огня, восстанавливать боеприпасы и даже исцелять. У нас вы найдете лучшие пульты. Снайперка. Снайперка. Так, пистолет. Полный. Полный, все хорошо. Так, три, здесь никаких эффектов. Маливан хорошая, вижу, пушка. 8 минут. Середина локации. Если смотреть, что мне еще нужно будет идти вовнутрь другой локации. Или это одна локация? Так, стоять. Годное что подобрал. 22 это то же самое. Ага. Так, ладно, если что, если псина будет нападать, я знаю, что заюзать. Тупой качок.
Ой, малой. Ты сдох? Бля, его даже не задело. Против тебя огонь тоже хорош. Окей. Так. Поехали наверх. Так, возьму этот. По коробкам, чтобы шли мне лезть. Окей. И все. Здесь дальше не залезть, как бы. Здесь вот эта платформа упала, и все. Тут только, наверное, щитами залазить надо. Так, готово. Похоже на то. Ладно. Рыскаем мусорки. Так, револьверные патроны. Обычные грины. Пулеметные. Так, наверх есть проход. Я видел там что-то было. Так, сюда. Так, АВП выпала какая-то. Так, не сюда аж, да? Зачем? Здесь, по идее, должно что-то было лежать, но этого нету. Херово! Так, деньги подобрать. Так, патроны дробаша не надо. А, это... Я тут думал. Ладно. Зато деньги есть. 17, 25, 28 долларов. Бля... А ну спускайся ко мне. Эй, мразь. Ладно, пускай улетает. А ты летишь. Так, у меня два прохода. Куда идти? Ага, мне только сюда. Окей, побежим туда. Тупая псина. Так, пистолет. Нужно точно прокачивать, если здесь вообще можно что хотя бы прокачивать. Так, улица начинается, окей. Ё-моё. Иди же, пассатижи. Так, поехали. Магазин потрачу то, чтобы его убить. Бум! Готов. Так, комнатушки. Комнатушки, нужно чекать комнатушки. Плевать, пускай стреляет, бегает. Я сейчас к нему все равно приду.
Ебало ему разнесу. Я в голову не умер. Пиздец. Это ж насколько ты бронированный был, мразь. Давай, лезь, иди. Пошел в сраку. Тихо, они ко мне летят. Ага, он подо мной, окей. Так, куски. Один кусок где-то. Так, окей. Говорится, что снизу что есть. И где, блядь? Чё, бля? Че, бля? Окей. Залезу обратно, мне не сложно. Так, патроночи. Не, зачищу эту локацию, короче, и тогда дальше будем продолжать проходить. Не, вот туда вон надо. Так. Тут ничего у нас не завалялось. Там я подохну. Да, там другая локация начинается. Так. Гранаты или патроны. Что, сверху где-то? А, наверху еще есть проход, окей. Слепой я. Вот это поиски. Не могут точно взять там, подсветить, я не знаю, искать где-то здесь надо все. Так, патроны есть. Первая запчасть готова. Вторая где-то там. Окей. Ага, вот еще сразу деталь нашел. Это дульная часть снайперки. Окей, сейчас тогда я сам побегаю здесь вот так вот. И поищу. По сути, здесь одна должна быть часть. Ну, не зря же тут цепь. Это ж логично. О, еще одна часть. Или это именно в этой где-то местности мне должно пока... А, это просто в этой местности, окей. Так, заберусь сюда, посмотрим, может что-то есть. Ну-ка. Нихера. Так, деньги. Нихера. Думай, где может быть одна часть, если, блядь, она не висит. Так, еще деньги. Он должен быть подсвечен зеленым лучиком. Что у меня остался? Прицел снайперской винтовки. Прицелы быстрее всего где-то наверху находятся. Типа спрятанные наверху. Нужно хорошо смотреть. Так, и здесь я все посмотрел. Здесь нихера. Здесь тоже нету. Может, тут где-то все-таки лежит, я не знаю. О, нашел.
Так. Ладно. Вернемся, хорошо. Так уж и быть. Или у меня тут еще есть лаг-миссии? Ха-ха-ха-ха. Я, в принципе, могу пойти, но мне кажется, сольют. Мо убит. Морли убит. Морли Моп — это Скаги, да, как я понял? Так, это гнезда этих араков. Нахуй его место, ладно. Пойдемте обратно. Отдам задание, нужно прокачаться. Я не знаю даже как. Можно, в принципе, на мопах постоять, просто пофармиться. Как вариант. Херово, херово. Я вот знаю... Бля, они уже все возродились, окей. Плевать. Я ненавижу, когда за мной кто-то бежит. Бля, у меня чувство, у меня постоянно сердце колошит, и, блядь, быстрее бей, быстрее, вот такое. Эмоциональность. А, зубчика. Фух. Так, а кому мне это сдать нужно? Вот для... у нас живут машины. Эй, не пора ли нам путь? Вот поехали. Похотели. Так, это мне нужно вернуться к этому, да? К Зеду. Или это доскопи, блин. Вот что я сейчас, короче, решил сделать. Сейчас я вернусь туда, сдам задание. И походу там можно еще взять одно. Пускай стреляет. Поговорить сначала с Зедом попытаться. Может, у него есть задание. Потом пойти к Бахе. Может, у него тоже есть задание. Потому что я не думаю, ну. Если что потребуется, свистни. Не теряй ритм, железяк. А с собой можно? Доступны новые задания. Так, снайперка получена, хорошо. Mm-hmm. 138? Хо. Критический урон. Прицел. Оптический херовый. Скорострельность здесь получше. Ну, написано. Повреждение, снижение отдачи. А ну-ка. 6 патронов, ладно. Блять. Ладно, плевать. Сталь производит оружие для профессиональных наемников. Большой вес, большая точность и эффективность. Ладно, я ставлю эту снайперку, пускай будет. Его удержать. Так, нужно вот этот, короче, дробаш продать. Эмочку продать. Щиты. Быстрая перезарядка. Но мало щита. Продать, продать, продать. Готово. Ага, я получил опыт за то, что, типа, выполнил какое-то достижение. Ключ от входного шахту. Так, что у меня по уровню сложности? Везде 15-й, бля. 14, ладно. След к укрытию. Где-то у нас новая локация, да, тоже. Сапы или то были не бесплодные холмы. Ладно, не суть. Поехали отсюда. Стреляй, стреляй. Делать нехер же тебе. Так, не туда. Завернул. Так. В смысле? Я же там уже был, да?
Ладно, поехали шустрее. Блин, а я могу с машины заехать? А ну-ка. Будет очень хорошо, если я могу с машины заехать. Нет, не могу, окей. Плохо тогда. Тоже это какая-то еще была миссия, чтобы мне нужно было кого-то убить, алло. Это не то. Стоять. И либо я чего-то не догоняю. Бля. Да, я чего-то не догоняю. Сейчас кое-кому придется просто бешено бежать. Щенок, закрой пасть. Так, ладно. Не хочу много драк, поэтому... Так, у меня есть новая шавапа, поэтому... Убийства будут быстрее и точнее. А ну-ка. А. Оу. Оу, да. Покажи мне кровь. Так, АВП. Вау, 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 хорошая пушечка. Шестизарядная, плюс еще это. Хорошая точность. Так, ладно. Мне кажется, пока я дойду до этих шахты, там какой-то ключ от шахты, япнусь. Так, не хочу зря драться, поэтому просто побегу вперед. Мышка, не лагай. Ништяк, еще враги не везде спавнились. Блин, чтоб они тут тоже не заспавнились. Изи. А нужно будет прочекать в инете, сколько нужно времени, чтобы они заспавнились. То, что это хорошо вот. Very nice. Патрон для снайпы. Патрон для снайпы. Так. Ох, и деньги, и этот ящичек с патронами. Ну, с оружием, то есть. Снайперка. Херня. Снайперка. Хорошая снайперка. Но моя лучше будет, наверное. Ладно. А ну-ка, я сейчас чекну снайперку их не. Ну, ладно, моя будет получше.
Вот это дерьмо. Плюс это синяя снайперка. А это какая? Зеленая, да? Серая? Не, моя лучше. Намного. Так, здесь ничего нет. Ладно. Ключ в шахту. Поехали. Убежище Следжа. Следжес. Убежище от Следжеса. Да. Ух, я так подумал. Давайте на этом мы и остановимся с вами. Поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И до новых встреч, друзья. Пока.